воинской части 6637 в торжественной обстановке приняли присягу военнослужащие призыва 2023 года. Вместе со старшим призывом собралось более 400 человек. Өзімнің егеменді мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Здесь стоят ребята с Костанайской области, с Кокшетавской области, с города Астаны, с Караганды. Ребята, которые приехали отслужить в нашей воинской части в рядах Национальной гвардии ровно год. Эта торжественная клятва останется у них на всю жизнь. Ведь родине присягают только один раз в жизни. В строю 187 военнослужащих срочной службы из разных регионов республики. Аскар Шайкенов на присягу приехал из города Кокшетау. Он считает, что каждый мужчина должен отдать долг родине и пройти службу в армии. В будущем планирует связать с этим свою жизнь. Армия – это то место, где мальчик становится мужчиной, наверное. Я сам вообще во своем рождении патриот. И думаю, что каждый мужчина должен отдать долг родине, проявить себя, раскрыть свои качества, в том числе физические навыки, профессиональные качества. На данный момент я уверенно иду к этому пути для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы стать защитником своей родины. Это, наверное, очень ценно. Поддержать военнослужащих приехали их родные и близкие. Я пришла поддержать своего внука. Желаю ему хорошо отслужить. Пусть в нашей стране всегда будет спокойно и безопасно. После принятия присяги военнослужащих распределяют в подразделения воинской части 6637. 8 человек будут проходить службу в Академии Национальной гвардии в городе Петропавловске. Валерия Сиваш, Шерниас Иманов, МТРК.